Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадлит. Итак, короче, мы продолжаем снимать обзоры на моды на Кигл, когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Сегодняшний мод называется, когда соседа цена завышена. Его нам прислал Razer Gamer. Офигенно выглядит вот этот вот зал, конечно. Сразу говорю, в настройках есть вместо обычной музыки играют песни Lil Peep, и я их написано авторские права могут быть, я их решил не включать. Я уже посмотрел тут чё да как. И, собственно, там кроме музыки ничего не изменилось по звукам. Ладно, давайте посмотрим, что тут написано. Туториал, время не ждет. Давайте с туториала начнем. Блин, какой экранчик. О, да, обожаю отсылки вот такие. Есть здесь, я с Эндрюсом и канал Максимандзе, ну куда же без этого. Спасибо автору большое за отсылку, вообще благодарен очень сильно. Тихо, собак, соседа нету здесь. Кстати говоря, вот этот Эндрю Сэм, вот этот вот как раз таки уже этот мод снимал. Я там чуть-чуть совсем посмотрел. Можно сказать, почти не смотрел. Он, к сожалению, иногда довольно часто пропускает эти пилотные серии и не смотрит на них. А зря, потому что там отсылки часто бывают. Интерфейс, конечно, на любителя. Ну, как автор говорил, это его первый мод, поэтому строго не судить. Поэтому, ну вот для менюшки выглядит так себе, конечно. Неплохо выглядит задний, неплохо вот этот фон выглядит. Хорошо даже, я бы сказал. В игру вступает соседушка. Понятно. Я правда не совсем понимаю, что в заголовке, когда соседа цена завышена, означает. Немножко совсем не понимаю, почему так называется. Цветок отлично пахнет. Ладно, судя по всему, тут уже не поменялось ничего. Ну, на всякий случай проверю этот тоже. Ну, а вдруг? Можно было и не заходить. Первая пакость сердцу соседу не радость. Чтобы пройти эту серию, тебе надо мучить соседа и самому не попасться. Как будто я не знаю. Вуди заметил, что сосед смотрит на кого-то из окна. Вуди это не по душе, и он решает заглянуть соседу и напакостить ему и посмотреть, что он там высматривает. Что-то кроме интерфейса тут не изменилось-то ничего. Кстати, кнопочки хотя бы автор дорисовал. Это меня уже радует. В отличие от многих модов, где кнопки были недорисованы немного. Но я смотрю, только интерфейс перерисовали и как бы этим и ограничились. Текстуры тут из Вуди возвращаются, я смотрю. Еще нету полоски пакостей. Я смотрел, там звуки никакие не изменились, кроме музыки. Обожаю пакость с этой пердушкой. О, яичко изменилось. Так, посмотреть на шкаф.
Ну, как Вуди возвращается, собственно. Ну, пакости сам уровень что-то не изменился. Экранчик такой вот. Теле воскресенье. Каждое воскресенье сидит, берет пиво и смотрит какой-то тупой канал. ТНТ, может быть. Потому что это же тупой канал. И Вуди не может отдохнуть. Решает заглянуть сюда и отомстить. А за что? А, ну да, за то, что тот доставал его. Да, тут мне тоже не поменялось. Автор здесь чисто вот еще добавил свет такой вот желтый с фонарей. Не очень, естественно, как-то смотрится. Слишком ярко. Как-то... Ладно, еще вот это вот, но этот желтый как-то нереалистично смотрится. Не знаю, нужен ли вам такой мод, но я оставлю ссылку в описании на скачивание. Как, впрочем-то, всегда я и делаю. Яйцо, яйцо, выглядит по-другому. Посмотреть. А что, спрятаться нельзя? Пока что все сюда не спускаются. В шкафу появились ядовитые пауки. Я не полезу туда. Да, что вы говорите? Ну, хоть что-то изменилось. На этом уровне. Ай, я забыл антенну скрутить. А, у него тут собака еще есть. Ну, хоть усложнение на уровнях есть, это меня радует. И что я должен как бы с этим делать? А чё он... Ему чё, пофигу на пса, что ли? Или нет? Сосед не... Сосед не обращает никакого внимания. Интересно, интересно, конечно. Ну да, я так и знал, что здесь будет. Такая вот недоработка с креслом. Посмотреть на софа. Какая еще софа? Диван — это по-английски, конечно, софа, но здесь-то зачем называть так? Это кресло. День рождения соседа, сосед начал вечеринку, на которую никто не пришел. А Вуди хотел отдохнуть. Звуки задувания свечи мешают. И Вуди решил сделать визит. Вуди с большой буквы надо писать. Ну да, в плане графика уровня не изменилось вообще. Надо хотя бы 3 уровня пройти, чтобы второй сезон разблокировать и посмотреть его.
Так, надеюсь, теперь можно в гардеробе в шкафу спрятаться. Это, судя по всему, тут стоит у него в версии оригинальный перевод от самих Джо Вудов, которые русского языка не знают. Просто вот самый популярный перевод на «Когда соседа» на русский язык — это от Буки. Есть еще перевод от Русабит М. Тоже хороший перевод, но лучше от Буки лучше. Еще есть от GFI перевод. И еще есть перевод от самих разработчиков, но он самый убогий, потому что разработчики не знают русского языка. Видимо, недоступен он будет. Я сразу хочу на банный уровень, банный день перейти, чтобы меня интересует, это перерисовали ли окно. Нет, к сожалению, не перерисовали окно. За окном также день, хотя на деле ночь. Так, а куда столик делся? Непонятно немножко. Блин, мне нечем пакостить тут. Не успею. А ладно, давайте другую серию, чтобы было побыстрее просто. То... Я опять неправильно сделал, не хочу уже заново начинать. Тут и пакости не изменились, насколько я понимаю. Изменился только интерфейс. И... Ну, чуть-чуть уровни изменились, там где собака есть, где недоработка есть и так далее. Так, а тут будет сосед реагировать или нет? Не будет. Вообще пофигу. Что происходит? Почему сосед застрял на одном месте?
собака, заткнись, пожалуйста. Вообще мне казалось, что когда вот он пан ушел, он шел медленнее, чем обычно. И вот когда она перед мылом подскальзывался, он вообще шел на месте. Какой-то глюк или недоработка сейчас это была какая-то, блин. Да, вот с пеной, со сбитыми слитами наработка есть. Может, это и в Вуди возвращается так было, но я не помню, честно говоря. Ну, насколько я понимаю, круть уже началась скоро. Насколько я понял, они не откроются, эти уровни. Ну, посмотрим этот уровень, есть ли на нем изменения или нет. Нету ничего. Так я и знал. Кроме того, что нет портрета. Пульт от телека тут есть. Только разве что и все. С бутербродами. Ну, ладно, ничего не изменилось. Я... На этом мы закончим. Я хочу еще раз проверить этот баг с мылом. Как это он так поскальзывается, интересно. Это всегда будет так работать или какое-то определенное время? Ну-ка, давайте на это посмотрим еще раз. Туалет на всякий случай тоже. Закидаем бумагой. Ну и спрячемся в шкафу. Вот с этими вот ручками шкаф, аномалия какая-то происходит. Сначала не такие, потом желтые, круглые, ну или овальные. Ну-ка посмотрим, как сейчас сосед будет ходить. А сейчас ничего такого не было. Сейчас бага не было, на удивление. Ну, как-то очень странно все, серьезно. Ладно, в общем, на этом закончим. Ссылочка на мод будет в описании. Не знаю, пригодится он вам или нет. Или нет, но я оставлю ссылку на него. Всем спасибо за просмотр. Автору спасибо за отсылочки. Они вообще очень красиво выглядят, отсылочки. Спасный кус подписывайся с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. И если вы тоже делаете моды и хотите показать их,
то присылайте мне там в личку ВКонтакте, в сообщество, в обсуждение, пишите или в комментариях скидывайте под видео. Всем пока!